преддверии Дня работника торговли Сергей Миняйло поздравил с профессиональным праздником представителей отрасли. За многолетнюю плодотворную деятельность почетной грамотой республики наградили индивидуального предпринимателя Сергея Давыдовского и директора ООО «Темп» Зарему Кадиеву. Благодарственные письма главы Северной Осетии вручили заведующему магазином номер 12 Кировского районного потребительского общества «Станица Змейская» Зимфире Битаровой, индивидуальному предпринимателю Игорю Исупову и руководителю группы компаний «Второй дом» Георгию Таутиеву.